Привет всем делающих квест на Волка на Е-Глобале. В общем, с вами PCJ, который заколебался отвечать на вот этот вот вопрос на этом сервере. Как лучше всего тренировать своего питомца? Нормальный ответ до того, как волк стал 30% кушать опыта своего хозяина, это ударить несколько раз монстра. Такого ответа у нас тут нет. Гайд, который написан на сайте, дает тоже неправильный ответ. Так вот, что из этого всего было выбрано? Ударить монстра первым я уже пробовал. Ударить монстра после того, как ударит хозяин. И ничего из перечисленного. Осталось два варианта. Делать все, что угодно, или поднимать предметы. Ну, учитывая, что тут хроники, как бы, в которых все-таки волк качается от балды, не делая ничего. Наверное, вариант правильный все-таки пинать балду. Да, ответ неправильный. Правильный ответ это поднимать предметы, блядь. Ну что, еще одна попытка. Побегали. Какой раз по NPC? Пятый раз по NPC мы по всем побегали. Это мы уже выбирали. Это мы уже выбирали. Это мы уже выбирали. И это мы уже выбирали. Что же... Как же надо своего волка-то тренировать? Может быть, предмет поднимать? Нет? А что тогда? Боже, этот ответ не работает. Какая печаль. Байт на волка. Байт на купить волка в магазине. Вот так вот, короче.